Итак, что же дальше происходило с церковью, ослабленным на исторообрядческим расколом? Церковь сталкивается с особой религиозной политикой Петра Первого. Петр I, ну, с одной стороны, продолжал некие традиции западничества, которые были и до него, но с другой стороны, вот это вот западничество, вот эта попытка реформировать Россию, она совершалась более жестко, и, как некто сказал о нем, он пытался вывести Россию из варварства варварскими методами что были достаточно многочисленные реформы там в армии, в судебной системе, вообще в общественной жизни. нас интересуют религиозные реформы Петра Первого. первоначально э, все началось в религиозной сфере у Петра Первого с того, что он не позволил продолжить существовать патриаршество на Руси. Вы помните, в XVI веке на Руси было установлено патриаршество, был избран первый русский патриарх, причем как происходило избрание. Было предоставлено церковью три кандидата, и царь из этих трех кандидатов избрал одного. Это стало моделью для последующего избрания, когда церковь предоставляла кандидатов, они утверждались царем. Вот такая то ли симфония, то ли цезарепопизм на Руси. И вот умирает очередной патриарх, десятый по счету, Адриан. Приходит время, в общем-то, избирать следующего патриарха, а Петр, ставший к тому моменту царем, не спешит это делать не спешит, отнекиваясь, что тут война со шведами, тут еще какие-то проблемы, пока не до избрания патриарха, просто тянет этот вопрос и откладывает. Но на самом деле он не просто тянет и откладывает, ему не нужен патриарх. Дело в том, что Петр в своем детстве был свидетелем стрелецких бунтов и прочих всяких беспорядков, как раз возникших на почве старообрядческого раскола. Потому что старогреческий раскол он долго не мог быть преодолен, и были сторонники, были противники, это все захватывало разные общественные структуры, в том числе и достаточно много крови пролилось, в том числе и на глазах еще тогда малолетнего Петра. И, может быть, и вот этот психологический эффект, он привел к тому, что... Петр не слишком-то потворствовал развитию каком-то и активной деятельности церкви, а он понимал, что патриарх – фигура значимая, фигура важная, и такой, например, как патриарх, как Никон, если сильный человек будет патриархом, очень много проблем может создать в государстве, поэтому пока нет патриарха, то уже нет и большого количества проблем. Которые могли бы потенциально быть связаны с этой фигурой. Правда, был назначен патриархший местоблюститель, его Петр нашел в Малороссии, к тому времени Малороссия, ну, при Богдане Хмельницком, конечно, еще до Петра, конечно, была присоединена к России. И Малороссия стала очень удачным источником кадров для Петра Первого. Он любил на многие должности назначать людей, взятых из Малороссии. Это естественно было, потому что, когда человек перемещался... Ну, Здесь фактически еще недавно другого государства в Москву, у него тут ни родных, ни друзей, ни связей, ни какой-то поддержки. Фигура не самостоятельная, фигура целиком зависящая от царя. Поэтому в качестве патриаршего местоблюстителя он нашел человека в Малороссии, но тут нашел много достаточно сочувствующих и, в общем-то, неплохо утвердился в этой должности. И поэтому Петра возникла другая идея. Точнее, может быть, идея даже возникла не у Петра, а у человека, который тот тоже, кстати, привезенный Петром из Малороссии и во многом определявший религиозную политику Петра, он некий консультант Петра в этих вопросах, это Феофан Прокопьевич. Феофан Прокопьевич предложил определенную религиозную реформу, поддержанную Петром. И реформа заключалась в том, что церковь должна быть управляема не патриархом, а церковь должна быть управляема, как и другие министерства и ведомства, создаваемые Петром, некой такой коллегией, которая впоследствии получила название «Священный Синод». Более того, под влиянием Феофана Прокопьевича Петр принял идею Маэрата, то есть верховной власти царя. Если да, раньше, помните, в Византийской симфонии была идея фактически двух властей, светской и духовной, двух даров Божьих, то Петр принял идею, что есть только, если можно так выразиться, один дар Божий царь, и царю подчиняется и государство, и церковь. А уже для практических целей организации церковного управления создается такая, такой коллегиальный обра, орган, как Священный Синод. А в этот Священный Синод некоторые епископы входят по должности, эти в соответствии с занимаемыми ими кафедрами, кто-то избирается в этот Синод. И помимо этого в синоде еще присутствует такая фигура, как оберпрокурор священного синода, обязанность которого быть оком государевым в синоде, то есть наблюдать за работой синода, может быть способствовать проведению государственной политики в этом синоде. Причем оберпрокурор священного синода человек не церковный, а светский. В каком-то смысле создается структура, когда церковь подчиняется вот этому коллегиальному органу синоду. В Синоде распоряжается оберпрокурор, и оберпрокурор подчиняется царю. Первоначально власть оберпрокурора была не очень большой, но потихонечку она все более и более расширялась. Интересно, что православные, когда описывают создание Священного Синода и вообще всю вот эту реформу Петра Первого, то они говорят, что Петр Первый фактически провел в России протестантскую реформу. В чем здесь протестантизм? Дело в том, что в Европе того времени действовал принцип, чья власть того и вера. Вся Европа была разделена на территории, часть которых была католической, часть которых была лютеранской, часть которых была реформатской. Так вот, вероисповедание на той или иной территории определялось вероисповеданием монарха, правящего этой территорией. И поэтому вот был такой принцип, чья власть того и вера, принцип протестантский, принцип так называемой магистрской реформации. И вот этот вот принцип был перенесен, ну, конечно, в особом искаженном русском виде Феофаном Прокопьевичем на русскую землю. И поэтому вот в православной церкви начался протестантизм. Понятно, что реформа не очень нравилась православной церкви, хотя, кстати, до сих пор священный синод сохраняется, хотя теперь в русской церкви есть патриарх, но священный синод, как значимый орган, не упразднен и действует до сегодня. Но тем не менее сама по себе реформа с подчинением церкви, с потерей церкви статуса, где это равного статуса государства, была неприятна. Это, если хотите, еще один аргумент против протестантов, которые есть у православных. И, кстати, если говорить о самом про Феофане Прокопьевиче, то человек, он был действительно в каком-то смысле, может быть, увлеченный протестантизмом, сохранилась его библиотека. Так вот, большая часть книг в его библиотеке – это протестантские книги. Если говорить о патриарше-местоблюстителе, ну, о Стефане Ивовском, о таком официальном оппоненте Феофана Прокофьевича, то тот, по своим взглядам, тоже был не сильно православным, а скорее католиком. Поэтому вот судьбы русской церкви во времена Петра определяли католик с протестантом, да, ну, хотя оба принадлежащие к православной церкви. И почему это было возможно – почему так легко устанавливается Священный Синод, почему такие люди принимают решения в церкви, почему принимается так называемый духовный регламент, которому должны подчиняться все священники и так далее. Потому что церковь, обезглавленная, обескровленная старообрядческим расколом, просто не способна сказать реально что-то против всего этого. Раз сказали, что теперь будем жить так, ну что ж, значит будем жить так. В дальнейшем, уже после смерти Петра, административное положение церкви становится в каком-то смысле еще более плачевным. Если раньше Синод подчинялся царю, то впоследствии Синод начинает подчиняться Тайному Совету при царе. А потом создается так называемое сугубое министерство, которое занималось религиозными и образовательными вопросами, и Синод подчиняется сугубому министерству. То есть смотрите, какая, какую роль начинает играть православная церковь. Есть царь, есть министерство, есть сугубое министерство, часть этого сугубого министерства священный синод, и потом всему этому подчиняется вся православная церковь. То есть уже не два дара божих, уже не симфония, а просто какое-то практически второстепенное ведомство в структуре государственной власти Российской империи. Ну, собственно, даже и термин появляется такое «ведомство православного исповедания». Более того, иереи церкви приравниваются к государственным чиновникам, на них начинают распространяться табели о рангах, всякие там тайные статские и все прочие советники, они награждаются такими же государственными наградами и там обязанностями и привилегиями пользуются, как все государственные чиновники. И еще, может быть, очень важный момент. Вы знаете, в православии есть тайна исповеди, но теперь эта тайная исповеди чуть-чуть корректируется. Если на исповеди человек, ну, священник слышит что-то угрожающее там, безопасности государства, царя и так далее, он обязан донести об этом соответствующие органы, что ну, не способствует особой популярности э, священников. Э, в 1769 году церковное имущество секуляризируется, то есть фактически церковь лишается имущества, и все имущество становится имуществом государственным, а церковь просто содержится за государственный счет и своим имуществом не обладает. В те же времена... Уберпрокуроры Священного Синода, которые обладают большой властью, среди них оказываются очень специфичные люди, в том числе некоторые уберпрокуроры являются атеистами, не верят в Бога, ругают священников и вообще достаточно странным образом себя ведут, и при этом это люди, которые определяют церковную политику. И вот так вот церковь живет в дореволюционные времена. Это приводит э, к тому, что фактически духовенство превращается в некую замкнутую касту с одной стороны из-за своего такого положения, презираемую э, пренебрегаемую со стороны высшего света, со стороны образованной части общества, со стороны там может быть интеллигенции. С другой стороны духовенство оказывается достаточно тесно связано с властью, и все-таки в по преимущественном положении выше, чем обычные люди, и поэтому не пользуются большой любовью и простого народа. Чтобы это прочувствовать, просто почитайте русскую литературу, классическую русскую литературу XIX века, обратите внимание, как русские писатели описывают священников, Посмотрите картины там типа передвижников и так далее русских художников и обратите внимание, как художники того времени изображают священников. Это очень поучительно, потому что в большинстве произведений, ну я не говорю, например, про Лискова, который там так очень процеркованно был настроен, а вот про большая часть таких изображений весьма критичные и не очень. Так, благостно описывают и церковь, и священство, и все остальное. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminarii.com. Здесь, может быть, стоит сделать одно такое вот попутное замечание. Когда Православная церковь сегодня говорит о своей особой роли в истории Руси, о том, какой духовной скрепой она являлась и является, о том, насколько она значима была для России, о величии там каком-то и обо всем остальном, то важно понять, что здесь очень много мифологии. А реальная история – это частная история не величия, а унижения. А реальное положение православной церкви до да революции – это вот такое вот достаточно маргинальная группа, это ведомство православного исповедания, пользующееся не очень большим уважением со стороны окружающих людей. И хотя в организационном отношении церковь, конечно, велика, я просто некоторые данные приведу, на начало 20 века формально в России было 117 миллионов православных, 67 епархий, 80 тысяч храмов, 1025 монастырей, в которых 94 тысячи монахов было, было 35 тысяч церковных школ, 185 епархиальных училищ, 57 семинарий, 4 духовных академии. И там одновременно во всем этом училось 50 тысяч студентов, преподавало 4 тысячи преподавателей. Было 34 тысячи церковных библиотек и 66 тысяч священнослужителей. То есть огромная масса, потрясающие цифры. Но несмотря на всю эту массу, несмотря на все потрясающие цифры, во внутренней жизни был существенный кризис. Мы можем говорить о серьезном формализме в богослужении, Мы, мы и даже люди no, вот, очень положительно no, 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 православной церкви, патриоты православной церкви, no, 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 чуть-чуть no, он признавал, что народ совершенно неграмотен, и многие люди даже не могут правильно произнести молитву «Он чинаш», так что она просто превращается в бессмысленный набор слов, не говоря уж о чем-то более значимом. Широко были распространены всевозможные суеверия, всякая мистика. Люди, конечно, ходили в церковь, но полиция следила за тем, ходит человек по воскресеньям на богослужение или нет. И полиция заодно следила, сколько раз в год человек причащается, участвует он в причастии или не участвует. Потому как, если сильно часто или слишком редко причащаешься, могут возникнуть серьезные подозрения и вопросы к тебе и так далее. Так что... Православная церковь подходит к двадцатому веку, к моменту, когда ее ждут действительно серьезные потрясения в связи с русскими революциями, формально огромнейшей, влиятельнейшей структурой, фактически же бедной, униженной, оторванной и неспособной вот этому вот вызову времени по-настоящему противостоять. Началось все это, ну не началось, конечно, но особо ярко проявился вот этот вот кризис во время раскола, и так и не был преодолен до 20 века. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.